мудрых скростей, услышь святое Евангелие, мир всем. От Иоанна, святаго Евангелия, чтение. Вон имем, рече Господь своим учеником, аминь, аминь, глаголю вам, яко и ликащи часо просите от Отца во имя Мое, даст вам, доселе не просисти ни часо же во имя Мое, просите и примите, да радость ваша исполнена будет. Сия в притче глаголах вам, но придет час, егда к тому, ни притчих, ни глаголю вам, но явя Отце возвещу вам. В той день во имя Мое вопросите, и не глаголю вам, яко умолю Отца у вас, сам бо Отец любит вы, яко вы мене возлюбисте и веровасте, яко от Бога изыдох от Отца и придох в мир, и паки оставляя мир и иду к Отцу, глаголуши ему ученицы Его, все ныне не обинуйся глаголиши, а причинника и я же не глаголиши. Ныне вемы, яко весь и вся и не требуешь, да кто те вопрошает, а сем веруем, яко от Бога и шел еси. Отвечаем Иисус, ныне ли веруете, все грядет час и ныне прииде, да разыдетеся каждого своя, и мне единого оставите, и несть мне един, яко Отец со мною есть, все глаголы к вам, да во мне мир и мате. Отцем си от сия души и от сего помышления нашего, рцем.